Значит, лафа кончилась. Восстановление мое прошло за 2 недели. Не запланировано, не по моей воле. Так получилось, что муж у меня повредил ногу, катаясь на лыжах. Так что в предыдущем влоге я вам еще счастливо рассказывала, как он поехал отдыхать и расслабляться с ребятами из церкви. А сейчас я вам покажу. Сейчас у меня дома Макс, малыш, собака и муж, который не может ходить, потому что у него что? Потому что у него травма колена. Непонятно, что с коленом, потянул связку. Не знаем, что такое. В итоге он здесь вот лежит сейчас у меня. Решил, все надоело помогать. 2 недели, теперь можно и поотдыхать, да? Панда, пошли на улицу, пойдем. А я хоть пойду с собакой погуляю. И мы сегодня первый раз малыша. Ну, он уже выходил с нами, выезжал уже 2 раза даже. Один раз он ездил на фотосессию, второй раз он ездил к адвокату, наоборот, точнее. И вот сейчас у нас такая погода сегодня, прям тепло-тепло. Макс, ну не грызи эту штуку. Прям тепло-тепло, и мы решили вытащить его в коляску. Погулять, да. 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 Опа, я даже зря жилетку одела, сейчас надо будет снимать. Слишком тепло. Опа, да, опа. Молодец. Аккуратно, Максюш. Аккуратно, что ты делаешь? Собака? Давай, пандочка, панда, сидеть. Молодец, дай лапу. Дай лапу маме. Дай лапу, дай лапу. Молодец, моя девочка. Давай за мячиком пойдешь? Давай, давай, беги. Молодец, собака соскучилась по мне, конечно. Будем сейчас играть. А малыш будет спать. В общем, из-за того, что муж травмирован, я детей забрала из школы. Сейчас мы идем в магазин. Хватит шуметь. Пошлите в магазин у нас, давайте. Ну, конечно же, малыш со мной, потому что, ну, мало ли. Дома я решила не оставлять, потому что там было больше шансов, потому что это придет, здесь он спит. Все, идем в магазин. Давайте, дети. Ну, все время, пока были в магазине, малыш проспал. Дети, покажите, что мы купили. Леш, Леш, что ты тут несешь? В принципе, ничего такого. Это такие вот пироженьки вкусные. Это Максик выбрала и решили взять, да? Дети, давай. Вообще на пару дней. Детям сказала, купите там, ну, там чипсы и что-нибудь вкусненькое. Они купили. Мама, нет, ты сказала, купите все, что захочешь. Я выпущу, захочешь. Ладно, давайте. Мама давно просто в магазин с детьми не ходила, разрешила им все купить. Это, короче, на пару дней всего. Чипсы, мороженое, ведро. Я, на самом деле, просто хотела купить воды, и там еще кое-какие продукты, но купили кучу всего. Ну что ж, я второй раз сегодня еду с детьми, продолжение моего влога. Теперь у меня влог не один день, а 2-3 дня, получается, так накапливаются по чуть-чуть видосы. И сегодня мы с детьми поедем в другой район совсем города, чтобы забрать стол, нам отдают, и ты такой тренажер для занятий. Мне еще пока рано тренироваться, но у меня есть дети, им полезно уже тренироваться, и на будущее всегда полезно. Бесплатно отдают. Мне не надо снимать, снимай район. Покажи богатый американский район. Вчера пришла качеля второй раз, потому что первый раз мы ее купили, значит, начали собирать, а у нее сломан оказался полностью внутри механизм разбит. Сейчас мы купили такую качель Fisher Price. Значит, здесь несколько режимов. Она подключается длинным таким проводом. Ну, как на самом деле не очень длинным, она просто использует удлинитель проводом. Здесь несколько подкладок для малыша, для более взрослого уже, видимо, варианта. Это все снимается, можно стирать. Значит, что здесь? Макс, отойди, я включу кнопочку, покажу. Значит, она включается. И фишка какая, что она начинает шататься в разные стороны. Можно усиливать. Отойди, Максюша, я покажу. Отойди. Отойди. Не трогай пока, не задевай эту штуку. И вот она начинает качаться в разные стороны. Можно делать сильнее. Вот самый сильный режим. Она быстрее качается. Можно делать меньше, чуть-чуть покачивания. Можно включать музыку. Это вечерняя музыка была до этого, сейчас это утренняя музыка.
можно включать звуки птичек, делать громче. И можно включать вот эту вот штучку. Не знаю, для чего вот эта вот кнопочка. А, тоже, видимо, чтобы качалась, короче. Да, эта штука, видимо, тоже может качаться, а может не качаться, знаешь, вместе с малышом. Вот такая вот классная качель. Вчера уже тестила ее, и малыш в ней действительно лежит и спит. Люльке он тоже сейчас спит иногда бывает, но уже не так долго, скажем так. Или надо ловить момент, когда он прям хочет спать. Тогда только он этой люльке спит. Эта штука на самом деле крепится к кроватке, но у нас пока нет кроватки. Мы подцепили ее сюда, она не особо держится, вот привязала ее веревочкой. Вот. И спасибо всем, кто дарит нам памперсы. Нам девочки вот привозили пока обед, привозили памперсы. Памперсы, вот, в смысле подгузники, скажем так, подгузники, да? Не фирма памперсы, а подгузники. Уходят очень быстро, очень быстро. У нас просто буквально вот этот вот набор уходит за, не знаю, несколько дней. Я вот это уже целую такую огромную пачку, две таких полных было, использовала. А малышу всего даже 3 недель еще не исполнилось. Нас тут спрашивают, что мы едим в Америке на завтрак. Например, кашу. Представляете, вот я, конечно, не такую сейчас сварила, там приносили. У нас есть обычный мешок с обычной мукой. Овсяная каша. Очень популярная каша в Америке, потому что здесь живут англичане изначально, вы помните, да? И овсянку можно купить вообще в любом магазине, в любом количестве, в любом формате, по любой цене, начиная, наверное, от 50 центов. Что делаете, ребятки? Максик, папа у нас сестра, мы сегодня поедем к доктору, да? Будет узнавать, что случилось. Малышка, ты не спишь, ты икаешь. Илюша, Илюша, Илюша. А что вы смотрите, Максимка? Видео. Видео, семья Савельченко влог. Подписывайтесь на наш второй канал.